итогам прошедшего ЕНТ 17 выпускников по республике набрали 125 баллов. Один из них – учащийся казахско-турецкого лицея Гордожес Казган. 122 школьника нашей области подтвердили звание Алтынбелгі. Айгерим Бухтаева с итогами тестирования. Самое сложное позади, уверены выпускники. С 3 по 7 июня школьники всей страны сдавали главный экзамен, который определит их дальнейшую жизнь. Во время проведения ЕНТ по стране за нарушение правил поведения в аудиториях и использование запрещенных предметов с тестирования удалено 37 выпускников, в том числе 19 за пользование сотовыми телефонами. Что касается нашего региона, то у нас все прошло без эксцессов. Случаев каких-либо происшествий не отмечается. Нарушение правил проведения ЕНТ также у нас не было. И выводов из аудитории также не отмечается. И как следствие нет и аннулирования ответа выпускников. 125 баллов набрали 17 казахстанских школьников, сообщило Министерство образования и науки. Один из тех, кто воплотил мечту тысячи школьников – Тлекберген Абишев, выпускник казахско-турецкого лицея номер 3 города Жезказган. Набрать максимально возможные баллы ему помогли собственные знания, полученные в лицее, а не шпаргалки или амулеты. В тот же день вышел результат, и на самом момент я набрал 124 балла, 24 по казахскому. Ну и на этом я остался доволен. Но учителя попросили на следующий день подать на апелляцию. Потом я подал, и оказывается, сам ответ, который они дали на вопрос, был неверным. Я защитил этот вопрос и набрал 125 баллов. Главное не отвлекаться на телевизоры, на компьютеры, вот, усердно готовиться, каждый день что-то новое учить и проверять свои знания на пробниках. Тлекберген в мае после сдачи экзаменов зачислен в Назарбаев университет. И высокие баллы, в принципе, школьнику были не особо нужны. Но все же он решил проверить свои знания, подтвердить звание Алтынбелгі. К тому же сегодня им гордятся не только родители и родственники, а вся область. Тлекберген единственный по региону набрал 125 баллов. 125 баллов из наших ребят еще никто не набирал за всю историю наших лицеев, Жезказганского и Карагандинского. И нам очень приятно, что наш учащийся, наш лицеист набрал 125 баллов. По области, если я не ошибаюсь, тоже 125 баллов еще никто не набирал. Поэтому хочется отметить, что наши дети, дети 21 века, они более стали толерантные, коммуникабельные. Сейчас для них большие возможности, то есть различного уровня олимпиады. Если сказать как мониторинг, то можно сказать, что у нас всего 46 выпускников, например, в этом году было. Из них 27 учеников у нас уже, они освобождены от ЕНТ. В этом году в тестировании участие принимали около 4,5 тысяч выпускников. Из 218 претендентов Алтынбелгі подтвердили знания 122 школьника. Из 97 учащихся аттестат с отличием подтвердили 39 выпускников. На 123 вопроса ответили правильно 3 выпускника. 122 балла набрали 5 школьников. Областной показатель у нас вырос на 2,5 балла. И на сегодняшний день, по предварительным данным, выше республиканского. Наших выпускников радует и тот факт, что есть возможность пересдачи до единого национального тестирования. Эта процедура для них будет проводиться в августе месяце. И те ребята, которые не набрали пороговый уровень, у них есть возможность еще раз попытаться и получить, как говорится, путевку для поступления в высшее учебное заведение. В этом году республиканские рейтинги по завершению ЕНТ проводить не будут. Айгерим Бухтаева, Рустам Бараев, Равиль Валеев, 5 канал.